Долой стереотипы и эйджизм. У красоты нет возраста, и бывших манекенщиц не бывает. На выходных мы в этом убедились, посетив благотворительный показ с участием самых ярких представительниц Тюменского дома моделей. С 1971 года он просвещал, одевал и прихорашивал самых любопытных модниц области. Демонстраторами одежды сначала были сами сотрудники дома, а в 80-х уже появился собственный штат моделей и постановщик дефиле. Мне забрали из автобуса. Реально? В общем, ко мне подошла девушка, спросила, какой у вас рост. Я сказала, 173 сантиметра. Мне сказали, ну, приходите в дом модели, померимся, посмотрим на вас. С этого начался мой путь на подиуме. Сначала в России, ну, и во многих других местах. В 88-м, по-моему, году в Тюмени прошел первый конкурс красоты. И всем стало известно, что такое стандарты красоты в этом веке. То есть 90-60-90, ничего не поменялось. Стройная, высокая. Также от нас требовали улыбку. И также от нас требовали обязательно убирать волосы, что меня, конечно, немножечко огорчало. Считается, что модельная карьера после 25 лет невозможна, но в последнее время к съемкам лукбуков и участию в дефиле дизайнеры мирового уровня приглашают не только актрисы моделей 50+, но и реальных дам, чтобы показать, что игнорировать зрелую, состоявшуюся и состоятельную аудиторию просто нельзя. Мы поинтересовались секретными приемщиками наших первых манекенщиц. Пойдите в баню, бегайте по лесу, не курите и кушайте витамин. Я, как попала, питалась. Сейчас я стала более-менее поддерживать себя. То есть я не ухаживаю за собой, я не делаю масок, я не хожу никуда, никакие фитнесы. Я просто пью много воды и хорошо высыпаюсь, и все. Самое важное – это быть всегда уверенной в себе, никогда не сдаваться, всегда держать себя в тонусе, пользоваться профессиональной косметикой, держать осанку и удар. Здоровье – это всегда красиво, женственность и шарм с годами только расцветает, и хочется, чтобы каждый был счастлив нести свой возраст достойно и с любовью.